улице стоит сильная жара, около 40 градусов, и мы решили проверить, насколько общественный транспорт оснащен кондиционерами. Сейчас мы находимся в самом центре города, возле галереи, и мы проедемся по нескольким маршрутам частных автобусов и узнаем, насколько в них комфортно передвигаться. Ситуация с кондиционерами в общественном транспорте Краснодара по-прежнему остается очень сложной. Поскольку больше половины подвижного состава на городских маршрутах кондиционеров не имеет. Однако, на мой взгляд, свет в конце тоннеля есть. На данный момент в городе уже 14 маршрутов работают по грунтоконтрактам. И вот там кондиционеры включаются регулярно. Если же с ними возникает проблема, то эта проблема решается оперативно. Хочется надеяться, что с 2026 года, когда будет полномасштабный переход на грунтоконтракты, проблемы с кондиционерами останется в прошлом. В этом году вот хотелось бы напомнить, что было приобретено коммерческими перевозчиками 37 новых автобусов. И все эти автобусы были оснащены кондиционерами, которые были установлены на заводе-изготовителе. В случае, если вы обнаружили, что кондиционер находится в нерабочем состоянии, пассажир может позвонить на горячую линию департамента транспорта города Краснодара, либо обратиться в Союз транспортников Кубани, и мы эту информацию доведем до контролирующих органов. Сегодня мы проедемся на нескольких трамваях и троллейбусах, чтобы узнать, насколько они подготовлены к жаре. Да мне нормально, еще рано, не так жарко. Угу. А вообще не жарко вам без кондиционера ехать? Конечно, жарко. Как-то. Угу. Ну, часов два будет очень жарко. Вам комфортно ехать здесь? Кондиционер есть? Как часто выбираете, например, трамваи с кондиционером или без? Выбираете или на чем придется, на том и едете? Что приедете, на том и едете. Вам комфортно ехать вообще? Осторожно. Конечно. А что можете сказать вообще, почему, как думаете, нет кондиционера здесь? Следующая остановка. В каком плане? Это трамвай, во-первых, старого образца. Здесь кондиционер не предусмотрен. И нужно обращаться к властям, почему в такое время. В городе Краснодаре работает 119 маршрутов регулярных перевозок. Системами кондиционирования транспортных средств оснащены 529 из 1500, которые ежедневно выходят на линию города Краснодара. Если брать во внимание муниципальное унитарное предприятие Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление, там процент составляет около 60, 315 транспортных средств. Если брать во внимание коммерческие перевозчики, то процент 34% из 1000 транспортных средств.